давайте. А я уже почти всю машину загрузила. Давай поможем. Давай. Ребята, мы сегодня снимаем 24 часа в палатке. Да. Вот наши машинки. Это первая машина. Вот, держи. Вот вторая машинка. Это термос с чаем. Чай очень полезный и вкусный. Вы посмотрите, сколько я загрузил в свою машину. Просто вся забита. И обязательно дождевичок. О, улитка. Сейчас ее снимем. И возьмем мячик. Давай. У меня есть еще арбуз. Смотрите, какой. А у меня шоколадка. Наша Renault загружается. Загружается. Так, сейчас давай я отъеду и заедем на твоей машинке ко мне в гараж. Давай. Я пока здесь буду прятаться от дождя. А еще постреляю пестиком. Все, заезжаем. Вау, идеально вошла прям. Все. Давай, вылазь. Теперь можно точно ехать спокойно. Поехали. Сейчас я тебе... Забудь поставить лайк. Все взял. Конечно, вот палатка, змея взял, летучего и всякое такое. Угу. О, я мяч. Да. Так, я поеду. Что вот это место подойдет. Я тоже думаю. Так, смотрим. Вау, тут просторно. Так, это рюкзачок. Это мой рюкзачок с игрушками. А я буду самое интересное делать. Палатку раскладывать. Чехол. Убираем. И смотри, что. Ян, смотри. Смотрим. Раз. Два. Три. Опа! Палатка, смотрите. А я пока побуду. Как знаешь, тут просторно в ней. Еще разок. Вот. О, пошло. Что ж там будет? Сосочка. Мяу-мяу. Киса. Странно, почему у нее низ, ну, тело белое, а головка черная. Странно. Расческа. Давайте ее расчесаем. Круто. Взять человеческую. Вот такая челочка. Человеческая расческа. Но не только куколку Лол можно расчесывать, но и большую. Ребята, знаете, перед палаткой всегда ставятся стульчики. Привет. Вот этот мешок нам тоже пригодится. Вау, как нам мягко тут будет спать. Я сюда положу свои игрушки. Смотри, не войдут. Я, ребят, уже почти расстелил постель. Смотрите. Ребят, а я занимаюсь рисованием.
Это значит, что вам надо подписаться. Вот это значок. Вряд ли можно заснуть. Ладно, раскладываемся дальше. Это лайк. А внутри еще один лайк. А где ваш лайк? Вы поставили уже? Значит, молодцы. Берем сапожки, это будут наши ворота. И стулья тоже. Пойдем. Пойдемте туда. Давайте идем. Вот так. Первые ворота. Готовы. Штанга. Мимо, мимо, мимо. Футбола хорошо арбуз поесть. Держи ложку. Да. Я выковыриваю серединку. Выковыриваю. Сейчас кружочек нарисую. Во, кружочек. Сейчас мы кружочек съедим. Ого, тебе кусочек. Дружочек. Первый раз вижу, что ты ела вот такой кусман. А я подвину к себе вот эту сторону. И возьму вот тут. Как будто уже. Ого! Кусочек! Ой! Большой. Я даже в рот, наверное, он не поместится. Конечно. Ну конечно, не поместится. Ложка есть арбуз. Прикол, потому что у нас грязные руки. Пришло время погонять на тачках. Да. Я сейчас буду. А, включено, все. Женя, тряпкину. Тряпкину. Да? Змея. Разматываешь нитку, бежишь, он сам взлетает, и вверху уже ветер, и он подлавливает твой. И летит. Ребята, а знаете, что я буду запускать? Я буду запускать квадрокоптер. Все, полетели. Главное, нитку запускать, ребята, это уже трудно. Если вам понравилось, поставьте лайк. Ох, и это не только интерес, но и пробежка. К полету приготовь! Красота! Я решила размотать на всю катушку. Ради вас, если вы поставите лайк, подпишитесь. Но для этого надо хорошо побегать.
вот отсюда. Нет, я его сюда поставила. А, сюда? Солнце садится, пора укладываться в палатку и там играть всякие разные игры. А я наливаю чай. Смотри, какая красивая. Горячий чай? Хороший. У меня тоже. Да, ну у нас здесь гостей. Ну, смотрите, сколько муха. Ладно, начинай. Раз, два, три. Вот так вот. Йоу, йоу, так, йоу, мэн, мэн. Йоу, йоу, мэн, мэн. Давай, заделай, и сейчас я буду делать. Два, три. Чик-чик. Я первый. Ура. Так, я вытаскиваю вот, вот это. Одна упала, это не считается. Да, ясно. Да что ж такое-то? Сверху больше не вытаскиваю. Нет. Сверху. Так вот. Давай лучше вот тут как-нибудь вытаскивать. Что-то все время посерединке. Мне так нравится. Где-то, где-то. Мама, я. Нету! Сейчас упадет! Я хочу так, я хочу так. Нет, так. Ладно, ладно. У меня получилось достать, смотрите, со звездочками. Аккуратно тащи. Звездочки! Молодец! На одной взял. Вот так, вот так, вот так. Ладно. А я вытащу вот это. Нет! Так, теперь упадем. Вот, 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 вот. 10, 11, 12, 13 штук вошло. 5, 6, 7, 8. Диан, ты выиграл. Поздравляю. 8. Ребята, настала ночь. Мы ложимся спать, а перед сном можно посмотреть один мультик. Да, а потом почитаем книжку. Угу. Всем пока! Пока! Не забудь поставить лайк и подписаться. Да. Всем привет, всем привет, ребята! Сегодня мы снимаем 23 часа в этом микроавтобусе, не выходя никуда. Кушать, спать прямо тут. А еще и играть, и мультики смотреть. Это самое главное, поставить лайк. Прежде чем мы начнем, мы возьмем кровать и игрушки. А вот это наша будущая кровать. Вау, мне нравится. Все. Готово. Это подушечка. Мне это нравится эта кровать. Я сейчас полежу. Так. А я и себе полежу. Круто. Вау, я тут полный рост. Я тоже практически. Диан, давай лист пока что положим на крышу, а кровать сделаем вечером. Давай. У меня есть, кстати, отличная идея. Пока мы будем ехать, мы можем запускать змея. Идеально получилось. Держи змея. Это разная катушка. Вот это моя любимая гонка. Смотрите, ребят, сейчас я буду залазить, не лазя, на землю. Смотрите на мои ножки. Я же говорила, я не буду дотрагиваться до земли, потому что такой челлендж. Каска. Спасибо. И летучий змеечек. Давай. Вот
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, лужа уносит. Да, смотри, какая лужа. Пойдем там машинки катать. Я слезаю. Ставим тачку, не выходя. Сейчас я рулю, а Дань гоняет. Раз, два, три. Открываем. Топорик. Я тут стою. Один. Я улитка. Раз. Мне выбрали. Кушать пора. О, кушать зовут. Да, мы вас слышали. Сейчас будем. Ян, а как мы будем кушать, если нам из машины нельзя выходить? Ну так давай на машине и заедем поесть. Домой, прямо. А что, вариант. Поехали досочки только возьмем. Поехали. Нам нельзя выходить. Вау, как все красиво. Так, это будет моя тарелка. Я люблю укроп, потому что... Я держи немного тарелочку. Спасибо. Огурцы. О, ням-нямочка. Ну, а вот эта картошка будет Дянина. Дян, держи твою картошку. Спасибо. Вкусно. Как вкусно. Я, у нас микроавтобус, как кафе столовая. На колесах. Да, или столовая. Зажги нам костерчик, пожалуйста. Ребят, сейчас мы подкинем дровишек и будем жарить маршмеллоу с хлебушком.
можно накалывать маршмельчик? Вот так. Все, я накалываю. Ты любишь маршмеллоу? Не очень, но попробую. Сгорел твой маршмельчик. Ребята. Ребят, я готов свою маршмеллоу жарить, чтобы вам показать, что такое будет, если его будет держать и не крутить. И не доставать. Ребят, должно быть вот такое белое маршмеллоу, только внутри оно должно мягко быть и тянущее. Смотрим, как оно будет тянуться. Ох, как вкусно, аппетитно. Остается. Ребят, смотрите, что уже. Черный уголь. Я знаю, надо покупать пачки маршмеллоу, а потом делать свои собственные уголечки. Во-во-во, смотрите, таять начала. Нямочка. Раз твое сгорело. Нормально. Ребят, смотрите, что с моим стола. Дырка в нем. Какое оно должно быть внутри маршмеллоу? Вот такое вот. А я хлеб буду жарить. Это наш ужин. Стой, Даня, со мной поделись. Да сейчас поделимся. Нет, ты можешь его пережарить так же, как маршмельчик. Не, не пережарим. Хлеб уже я люблю. На огне. Я потом... Ребят, смотрите, как он у меня поджарился. А красиво. У меня обычный хлебушек. Только тепленький и с немножечко поджарочкой. И я вот так вот люблю жарить. Я немножечко поедаю на жарке. Ребят, уже коровы возвращаются домой. Это значит, что скоро придет вечер. Коровки! Диана, закат уже. Поехали постель постелим и вернемся к костру. Давай. Так. Я на динозаврике. А то меня ночью как тяпнет динозавр. А я обожаю на этом динозаврике. О, пасть ко мне, он меня тогда за нос укусит. А. Песня можно посмотреть? Один мультик. 4 минуты. Все, вас до здания остановите, пожалуйста.